Друзья, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно, все хорошо? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо, меня видно и слышно. Угу, спасибо большое. Вижу, что все хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о российском поисковике нашей компании Advant. И я бы хотела, ну давайте я представлюсь, или, может, возможно, меня все знают. Меня зовут Валентина Панарина, я лидер регионов в России, имею знак квалификации лидера пока. Но сегодня мы с вами будем говорить об очень интересном, и надеюсь очень, что наша сегодняшняя беседа в течение часа откроет для вас много нового и интересного. Итак, начнем. Я хочу, прежде чем приступить к поиску туров и к покупке на российском сайте, давайте мы с вами проанализируем сайт Advant Travel, то есть что же мы с вами купили, когда приобрели абонемент. Ну и неважно какой. На $50, на 200 или на 600, это не имеет значения. Что нам предлагает компания Advant? Ну, прежде всего, это на сегодняшний день это 12 миллионов предложений от 60 плюс туроператоров. Что это такое? Давайте, значит, я сейчас вам покажу, что это означает. Вот в данный момент, сейчас я переключусь на рабочий стол, я вас не буду видеть, поэтому если что-то вдруг произойдет, вы, пожалуйста, сразу давайте обратную связь. Угу. Так, вот у нас... Есть. Итак, я вас не вижу, но надеюсь, что вы меня видите. Хочу начать с такого момента. Значит, что такое 60 туроператоров? Смотрите, значит, 60 туроператоров, то есть это очень много. Значит, мы знаем о том, что туроператоры не работают, как говорится, напрямую с физлицами, они работают через турагентство для того, чтобы выставлять на продажу свои предложения. И вот, чтобы заключить договора с 60 туроператорами, нужно обязательно быть юридическим лицом, ну, которым турагентство, собственно, и является. Вот заключить турагентство договора с 60 туроператорами, это значит, теоретически это возможно, но практически это очень тяжело. И я вам хочу показать, что, вы знаете, вот у турагентства нет такого сайта, на котором бы можно было бы увидеть предложение сразу от 60 туроператоров. И некоторые турагентства могут заключить договора на практике, либо с одним туроператором заключают, либо там с двумя, с тремя, с семью туроператорами, может быть, даже. Вот. Но 60 туроператоров, чтобы получить доступ к десяткам туроператоров, туроператор, как правило, предлагает франшизу. Что это такое? Вот я на днях, это... Я для чего открыла свою почту, чтобы вы увидели, что 16 октября я получила на почту вот такое письмо. Сунмар турагентство выгодных туров предлагает, значит, купить у них франшизу для того, чтобы у меня был доступ на более выгодных условиях предложениям к Сунмару, к туроператору Coral, так как Сунмар – это дочерний туроператор Coral. Вот. Ну и, возможно, к другим туроператорам.
Вот давайте с вами мы проанализируем, что значит франшиза для того, чтобы у нас был доступ к 60 туроператорам. Значит, ну да, вам открою предложение, что предлагают туроператоры купить по франшизе. Давайте сравним. Смотрите, с 1 июня, что туроператор выгодных туров Санмар предлагает в своем пакете два, значит, либо стандарт плюс. Идет повышенная комиссия на предложение у Санмара, это 8,5%. У туроператора Coral это 9,5%. Вот те, я вам сейчас перечисляю те услуги, которые входят во франшизу. Размещение на сайте Санмара, офис отдела продаж, компенсация рекламного тура при выполнении годового плана продаж, если турагентство выполняет, компенсация вывески при выполнении годового плана, персональный куратор в компании Санмар или персональный координатор. Ну, мы понимаем, что это практически наша помощь. Участие в корпоративных мероприятиях. Ну, нужны ли они? Доступ на корпоративный портал. Корпоративная почта. Портал закупки сувенирной продукции. Доступ на учебный портал. И смотрите, трехдневное обучение для новых агентств. Что значит, разве можно за 3 дня изучить туризм? То есть насколько вот турагентства, таким образом они готовят новых работников в турагентстве. И шаблон типового договора, который можно взять, в принципе, и из интернета. На этом, значит, у нас стандарт заканчивается. Возможности стандарт плюс предлагаются. Это отрисовка дизайна макетов, программы, юридическая поддержка и подключение к единому порталу. Вот смотрите, вот эти все услуги, это платные. То есть я плачу за франшизу для того, чтобы иметь эти услуги. По сути, ничего нового, то, что у нас есть на сайте Advant Travel. Много ненужного. Но у меня есть доступ к другим туроператорам. А другие туроператоры, обратите внимание, список доступных операторов-партнеров. Это всего лишь 4 оператора, которые в России работают по внутреннему туризму. И именно у этих туроператоров идет повышенная комиссия. То есть они работают только лишь по России. Других туроператоров-партнеров, к сожалению, доступа нет. Сколько это стоит? Давайте посмотрим. На сегодняшний день это эксклюзивное предложение, которое включает в себя пакет стандарт, стоит за год 12 тысяч, пакет стандарт плюс стоит за год 18 тысяч. То есть мы понимаем, что 12 тысяч рублей это практически $200, если у нас абонемент идет на 4 года, $200. Мы один раз покупаем для того, чтобы иметь доступ к 60 туроператорам, коих нет в этом, в этой франшизе. Вот. Но стандарт плюс, это тоже ежегодно, мы платим, будем платить за то, чтобы иметь доступ вот с такими скидками и к этим предложениям. Но есть еще один момент. Давайте посмотрим, что нам предлагает туроператор Coral, какую франшизу. Вот я открываю франшизу туроператора Coral, франчайзинг. И смотрим. Вот такое красивая у них заставка. Стандартный офис и турагентство. Вот такие вот возможности. Тут картинки и так далее. Вот, вот смотрим. Турагентство под ключ. Перейти. Нажимаем. Турагентство Coral Travel под ключ. Что в итоге я покупаю? Турагентство Coral под ключ – это тщательно подобранное помещение площадью от 15 квадратных метров с хорошей проходимостью. То есть это должен быть как минимум торговый центр. Я могу вам сказать, что у нас в Белгороде торговый центр, площадь аренды 1 квадратного метра составляет 8-10 тысяч рублей. Ну, соответственно, если взять 15 квадратных метров, то это получается
150 тысяч ежемесячная оплата аренды. Но здесь они говорят о том, что приемлемые цены по аренде. Даже пусть, если они приемлемые цены, то есть определенные договоренности с арендодателями. То есть получается, что, ну, может быть, они договорятся там по 8 или, не знаю, по 7, но по сути получается 100-120 тысяч, это будет все равно ежедневный взнос за аренду данного помещения. Потом, я его полностью оборудованный оформлен. Офисы, которые предоставляет мне компания, и штат профессиональных сотрудников – это 2 человека. Вот что я имею. Давайте посмотрим стоимость этой франшизы. Стоимость вот турагентства «Корал», вот так оно будет выглядеть. Вы наверняка видели эти турагентства в различных местах своих городов. Вот, помещение в торговом центре, площадь от 15 квадратных метров, штат из 2 сотрудников. Стоимость 650 тысяч рублей. Вот столько стоит франшиза у Coral Travel. То есть вы платите. И компенсация у нас идет у Coral Travel, там, допустим, вывески или дополнительных каких-то возможностей, только лишь при выполнении объема. Давайте посмотрим, что я еще покупаю по этой франшизе у Coral, которая имеет такую стоимость. Вот очень хороший вопрос. Могу ли я продавать туры других операторов, или я обязан продавать только продукт оператора Coral Travel? Ответ. Приоритетным туроператором по продаже туров является туроператор Coral Travel. Мы все знаем, что Coral Travel – это дорогой туроператор. Вот. И предложение у Coral Travel, как правило, всегда выше, чем у других туроператоров. Но, тем не менее, написано, что мы не запрещаем партнерам работать с другими туроператорами. Вот, но работа с данными операторами должна осуществляться на условиях альтернативы. То есть, что это означает? Что если в данном случае по какому-либо предложению у туроператора Coral нет этого предложения, то вы можете его приобрести у туроператоров-партнеров. Но, тем не менее, при этом продажи по продукту Coral Travel не должны быть ниже 65% от общего объема агента. Вот представьте, насколько это сложно выполнимо. Собственно, потому что у них есть и объемы продаж, если план по продажам есть, вот, пожалуйста, план обязательный, план человека, вот, Москва, это 300 человек должно быть продано туров, вот, но мы знаем, что, опять же, хочу повторить, у Coral Travel дорогие туры, а всегда туристы ищут, чтобы было выгодно и при этом надежно, хотя туроператор Coral Travel, да, это хороший, надежный туроператор. В итоге, просмотрев вот эти предложения, выбор за нами, значит, остается. Получается, франшиза. Да, еще вот момент хочу показать по Санмару. Смотрите, те же требования. То есть должно быть обязательно расположение офиса с наибольшей проходимостью. Обязательно должен быть ежегодный действующий договор. Потом здесь вы самостоятельно оформляете офис. Вот, обязательно должна быть наружная реклама и недопустимое участие юридического лица, то есть агентства в других сетях, то есть другими операторами. Франшиза это запрещает. Вот, и работа возмездного оказания услуг. Вот, и, вот эти функции вы должны обязательно будете следовать, выполнять, если вы работаете по франшизе с туроператором Санмар. Вот такую возможность... Я вам хочу сделать альтернативу, чтобы вы поняли, что для того, чтобы иметь доступ к 60 туроператорам на сайте, для этого нужно либо это купить, либо подписывать договора, либо быть ИП, потому что видеть в одном месте предложение от 60 туроператоров от и самой выгодной цены до других цен, данного поисковика такого просто не существует. Я хочу сказать, что я на протяжении долгого времени проводила сравнение, и, вы знаете, очень дотошно я разбирала каждое предложение, сравнивала поисковики, сравнивала с сайтами туроператоров. И, вы знаете, вот
Честь и хвала нашей компании за этот сайт. Ничего подобного просто не существует на самом деле. Вот оцените то, что вы есть у нас в пакете. Дальше. Но у нас есть турагентства, которые тоже создают свои сайты, и на них мы можем увидеть различные предложения. Давайте мы же сравним с другими сайтами. Я выбрала вот такие раскрученные поисковики, допустим, как Абориген Тур. Хочу вам сказать о чем, что когда вы будете знакомиться или сравнивать поисковик, предложения на нашем поисковике с предложениями других сайтов, прежде всего нужно начинать обязательно с, как я это делаю, прежде всего начинать с того, что чей это сайт. И вот здесь мы видим, что мелкими буквами написано, что Абориген Тур – это сайт… Да, онлайн-бронирование туров с оплатой банковской картой. Но это сайт турагентства. Вот видите, указан город Новокузнецк, выходные. То есть это обычный сайт обычного турагентства. Вот, давайте посмотрим. Выберем. Я вот у нас, сейчас, секундочку, я поставлю Москву. Ну, хочу еще обратить внимание, что наш поисковик российский, он не такой немножко, как на Украине, он еще полностью не наполнен, у нас нет там спецпредложений, нет автобусных туров, это все еще впереди. Вот, тем более, когда у нас появится новый сайт, было уже оповещение о том, что это будет 8 декабря на событии компании, добавятся эти функции. Эти функции, другие функции добавятся. Ну, что-то изменится, естественно, в лучшую сторону. Компания всегда сдерживает свои обещания. Вот. Ну и давайте возьмем, да, стоит по умолчанию Шри-Ланка. Ну, давайте мы ее и оставим. Вот у нас даты. Я ставлю по сегодняшнее число, даже можно поставить по максимуму. 7 ночей, 21 ночь. И мы нажимаем «Поиск найти». То же самое я выставляю, пока у нас идет поиск, и на этом поисковике. Я беру Шри-Ланку из Москвы, ставлю, ну, здесь по 30-го, по максимуму по 19-е, ставлю 7 ночей, 21 ночь. Дальше у нас он, кстати, тоже не работает, только лишь вот 7.21. Двое взрослых, никакой звездности, ни питания, я ничего не выставляю, и я включаю поиск. Вот. Угу. Как же мне нажать? То есть у нас меняются предложения. Я нажала поиск. Вот. И давайте посмотрим. Значит, смотрите, у нас идет самое на час по тем параметрам, которые мы с вами создали. У нас идет самое лучшее предложение по ценовом эквиваленте. Это 67502. Вот этот отель. Что же здесь? Ага, смотрите, здесь совершенно другая картинка на этом сайте. То есть показано, что наилучшее предложение у нас за 76 тысяч. Отель с Дрифт. Гестхаузы, гостевой дом. Вот. У нас 67502. Смотрите, разница есть? Есть уже. Давайте попробуем, для того, чтобы провести сравнение, опустимся. Значит, найдем вот это самое выгодное предложение, которое на этом сайте показано. 76, уже вы видите разницу. Давайте найдем это предложение и у нас. Этот, вот он, этот Sea Drift Hotel, две звезды. На 19-11 у нас идет цена 80534. Хм. Смотрите, цена 80534 на стандарт, на 7 ночей, вылет у нас 19 ноября получается. И давайте посмотрим, что нам дает здесь. Мы смотрим, что здесь у нас поиск идет, значит, самое лучшее предложение, это на 6 ноября, на 7 ночей, стоимостью 76571. Как проверить? Здесь одно показывают, тут показывают другое. Очень просто. Нужно идти к туроператору.
Вот. Туроператор. У нас Annex Tour 80534. Значит, идем к туроператору Annex. Москва, Шри-Ланка. Так, у нас там, здесь было у нас 19-е. Ну, давайте возьмем. Сейчас, секунду, я хотела просто взять одну и ту же дату, чтобы была наша 6 ноября. Угу. Так. 80601. Вот, на 6 ноября 80601. Проверяем, кто это у нас. Туроператор Annex Tour. Отлично. Идем к Annex Tour. На 6 ноября вот у нас стоит. Мы поставили 7-8 ночей. Двое взрослых. SEO Drift отель. И нажимаем поиск. Что мы видим? Мы видим, что на 6 ноября есть предложение на 7 ночей, 6 плюс 1 для перелета, стандарт 80601. То есть в данном случае наш поисковик показывает верное предложение, а поисковик Aborigine Tour, посмотрите, в данном случае этого предложения просто даже у Annex Tour не существует на этом поисковике. И там уже дальше идет Pegas. Видите? Это о чем говорит? Это говорит, как раз подтверждает тот момент, что у нас идет прямое сканирование сайтов туроператоров. А на других поисковиках, которые созданы туристическими агентствами, идет обновление раз или там в два, может быть, в сутки. На разных поисковиках по-разному. И сейчас вы в этом убедились, что на этом поисковике... То есть представьте ситуацию, что вы, допустим, зашли на поисковик, забронировали, оплатили картой, здесь же оплата картой, деньги ушли в турагентство, и вам потом звонят о том, что вы знаете, что данного предложения не существует, а деньги-то у них, как их вернуть, эти деньги потом? Ну, они вам начнут предлагать другие варианты, и то есть начнется вот это вот мытарство по поводу выбора отеля, потому что деньги вернуть назад по условиям договора покупки онлайн, это в течение 30 календарных дней. То есть для того, чтобы вам купить другой тур, вам нужно будет тогда, если вы все-таки откажетесь от оплаты и не купите его на этом сайте, вам придется для того, чтобы купить удачный тур, то есть платить еще раз другую сумму. Вот. Ну, теперь давайте, раз уже мы начали здесь, я хочу вам показать еще один раскрученный поисковик. Раскрученный, вы знаете, вот именно в Москве он раскрученный, ну и вообще в России. Называется этот поисковик Level Travel. Вот, им очень многие пользуются. Вот, и бывает, когда, ну, прям вот ссылаются на него, говорят, ну, шикарный поисковик. Ну, посмотрите, на самом деле, какой красочный, сколько рекламы, сколько всего тут раз написано, сколько, как они себя хорошо очень пиарят, и даже отзывы туристов, у них все тут есть. Вот на первый взгляд, вот, ну, вы знаете, вот эта вся мишура, она только лишь мешает. Ну, давайте не будем на этом акцентироваться. Внимание, возьмем нашу Шри-Ланку. И теперь, внимание, посмотрите. Здесь мы не можем поставить даты от и до. Здесь мы можем поставить только лишь одно число. Вот я, если я ставлю 6 ноября, то у нас 6 ноября. Я не могу поставить разлет дат, так как у нас на поисковике, допустим, с 29 по 11. На этом поисковике это сделать невозможно. Теперь мы ставим ночи. То есть представьте, если я пользуюсь этим поисковиком, как я могу увидеть предложение? Мне нужно, допустим, чтобы увидеть предложение от и до, допустим, от 7 до 21 ночи. Ведь мы знаем, что на поисковике Advan Travel можно купить в одной цене, разные предложения. То есть вот посмотрите, одна цена, предложение на 7 и на 8 ночей. Вот, а разница... всего лишь там составляет 400 рублей, то как мне здесь увидеть? А здесь получается, смотрите, я могу ставить, опять же, только лишь одну дату,
одно количество ночей, и стоит минус и плюс 2 ночи. Хорошо, давайте вот мы оставим, пусть 8 ночей, то есть минус, это получается, выбор у меня идет от 6 плюс до 10 ночей. То есть вот разлет от 6 до 10 ночей, по-другому никак. Хорошо, пусть остается так. Давайте нажимаем кнопочку «Найти». Город вылета Москва, Шри-Ланка, 6 ноября, 8 ночей. Так это пока идет поиск, я хочу обратить внимание. Это я знаю, что мне нужно посмотреть на 6 ноября. А если я не знаю, то есть мне нужно, представьте, каждый раз проставлять какую-то новую дату и делать постоянно поиск. Что нам показывает сайт? Вот, допустим, рекомендации. Смотрите, вот по рекомендации. Давайте по цене, пусть они фильтруют у нас. То есть самое лучшее предложение на, получается, в Шри-Ланку у нас на 6 ноября, как мы задали, это 6 ноября на 8 ночей, то есть стоимость идет 84 тысячи. Если здесь на поисковике у нас 76, вот, то здесь на поисковике у нас получается 84 тысячи. И обратите внимание, не показывается на 6 ночей. Или на 7. Цена начинается, вот я поставила на 8 ночей, то есть вот эта вкладочка минус 2 дня, плюс 2 дня, она просто-напросто не работает. Показывается именно то количество ночей, которое вы поставили. И дальше цена только лишь увеличивается. Вот. Чуть-чуть подробнее хочу остановиться на этом поисковике, то есть вы увидели вот эти вот моменты, хотя никакие фильтры я ничего не делала. Давайте посмотрим, как я уже говорила, посмотрим, что это за поисковик вообще и как он работает. Ну, мы опять опускаемся в самый низ для того, чтобы посмотреть. Вот давайте посмотрим нас, кто это. Сейчас грузится. О компании. Level Travel – бронирование туров онлайн. Высшие цены – наши правила. Дальше. Все туры на одном сайте. От многих туроператоров. Удобно, быстро и просто. Так. Надежно и прозрачно. Надежно. То есть это вот единственные документы, которые я могу... представляются на этом сайте. И вы знаете, вот по идее я нажимаю вот сейчас, клацаю, чтобы их открыть и посмотреть ближе, но в данном случае я этого не вижу. Но по визуализации даже издалека видно, что это у нас идет свидетельство налоговой регистрации вот, и свидетельство турагента. Значит, давайте посмотрим контакты. Да, еще, кстати, хочу обратить внимание. Смотрите, Level Travel. Этот сайт работает с 2011 по 2018 год. То есть этому сайту уже 7 лет. Вот, и что он предоставит? Представьте, когда нашему сайту будет 7 лет. У нас только нашему сайту 3 года. Какие у нас будут возможности. Давайте посмотрим контакты. Что, все-таки, чтобы понять, кто это и что это. Раз мы в компании, о компании... прочесть, но не можем. График работы офиса в Москве, хочу обратить внимание ваше. График работы офиса в праздники, не написано офиса. Вот. И они, смотрите, их реквизиты, то есть они себя позиционируют как ООО Level Travel, юридический адрес у них, фактический адрес у них, ихнего офиса, здесь вот совпадает, хотя адрес юридический Фридриха Энгельса. Вот. А здесь вообще написано «Центр Сокольники». Угу. Ладно, и обратите внимание, что написано «Деятельность туристических агентов». Вот, то есть ОКВД в налоговой – это обычное турагентство. Такое же турагентство, которое предоставляет услуги продажи туров. Давайте зайдем в ответы и вопросы. И посмотрим. Ответы и вопросы. Что вы продаете на сайте? Вот, то есть они сами составили вопросы и на них же отвечают. Я заметил, что у вас цены ниже, чем в обычных турагентствах. Почему? Мы имеем эксклюзивные договора с туроператорами. У нас нет раздутого штата сотрудников, нет офиса в центре, хотя офис написано, что и указан его адрес. Еще мы
очень современные и технологичные. Благодаря нашей системе бронирования нам удалось исключить человеческий фактор, поэтому цена, которую вы видите на сайте, полностью совпадает с тем, что вы платите. За что получаете деньги, за что зарабатываем? Мы зарабатываем на агентском вознаграждении туроператора. Размер вознаграждения зависит от туроператора и объемов продаж. Откуда берется информация? Эта информация берется напрямую у туроператора. Мы осуществляем интеграцию нашей системы с системой каждого туроператора отдельно. Вы знаете, можно прочитать, я вам очень рекомендую зайти на этот сайт и все это почитать, но знаете, чего я не нашла? Что при покупке предложения на этом сайте, где и как я получу документы? И обратите внимание, ваучеры, билеты, страховку. Ничего не сказано о договоре. И я походила по этому сайту. Вы знаете, речь о том, что туристу предоставляется договор с Level Travel или договор с оператором, об этом речи вообще не идет. Вот гарантия лучшей цены. Гарантия лучшей цены мы убедились. Что еще можно здесь посмотреть? Да, собственно, и все. То есть мобильная версия, партнерская программа, это все смешно. То есть они предлагают другим агентствам тоже к ним подключаться и предлагать, и продавать через их сайт, делать продажи. Вот, что, в принципе, и все. Я уже не буду говорить о том, что когда мы заходим там на горящие туры, здесь на этом сайте, и начинаем сравнивать, идет обычные маркетинговые уловки по поводу того, что горящих туров здесь на самом деле не существует, что эти туры, я сравнивала, являются самыми обычными турами у нас на сайте, и ними горящими они не являются. Закругляюсь об этом сайте. То есть что я вам хочу сказать, что когда вы сталкиваетесь с другими какими-либо сайтами, вам необходимо не делать быстровыводы, а просто с каждым сайтом нужно разбираться абсолютно отдельно. И это очень важно. Еще хочу сказать, что та помощь, о которой здесь пишут, она на самом деле, да, здесь написано, что 24 часа в сутки, но это помощь при бронировании. 24 часа в сутки вы можете бронировать, и помощь вам будет оказана при бронировании. Ничего абсолютно не сказано о помощи, которая является постпродажной. Вот. Так что вот имейте в виду. И быстренько я вам сейчас еще покажу, возвращаюсь к нам. Алло. Да, хорошо, спасибо большое, сейчас делаю. Я здесь, я снова на связи. Мне позвонили, попросили, чтобы были моменты шероховатости, чтобы я перезагрузила. И у меня сделана презентация, смотрите, еще одного сайта. Сейчас, секундочку, я поставлю на начало. Это сравнение нашего сайта с одним поисковиком, с летать.ру. Эта презентация у меня сделана, потому что я общалась с нашим своим одним партнером, который позвонил мне и попросил помощи. То есть разговор был такой, он мне говорит о том, что на streetta.ru он находит хорошее очень предложение с вылетом из Воронежа на 11 ночей, и стоимость этого предложения вот 54 825, вот это предложение. Но и он мне показывает наш слайд, скрин скидывает, что это предложение с вылетом из Воронежа в Грецию на 11 ночей есть у нас на сайте. Но спустя 15 минут, как он мне пишет, он, значит, зашел к нам на сайт, а у нас этого предложения нет, оно исчезло. Вот, и он недоумевает, обращается ко мне, говорит, пожалуйста, помогите, я не пойму, разобраться надо, почему, куда исчезло предложение. Вот, что я делаю? В первую очередь я всегда иду на сайт туроператора.
Вот, значит, простите, я захожу на слетать.ру для того, чтобы увидеть это предложение. Да, я его увидела. Я смотрю, у какого туроператора это предложение в продаже. Вы видите, что это туроператор Coral. Вылет был на 25 августа на 11 ночей из Воронежа. Я иду к туроператору Coral, открываю, ставлю Воронеж, этот отель на 25 на 11 ночей. Смотрите, что я вижу. Стоимость отеля данного предложения указана без учета авиабилетов. То есть почему оно у нас исчезло на сайте? Потому что это предложение, остался только отель. Билетов нет на него. Поэтому оно у нас с сайта исчезло, потому что у нас прямое сканирование. А на сайте sleta.ru это предложение продолжает висеть. Что я после этого делаю? Я захожу к нам снова на сайт, выставляю те же параметры, Воронеж, Греция, на 25 число, завожу этот поисковик. И смотрите, выходит на 11 ночей, на 25 августа, на все включено, но уже чуть-чуть другая цена, 54 996. Думаю, так, что я делаю? Я дальше открываю это предложение, я смотрю, что это уже другой оператор, это оператор Sanmar. Предложения от Coral уже нет, то есть оно уже, видимо, куплено. Что я делаю дальше? Иду к туроператору Sanmar для того, чтобы проверить, а действительно ли это предложение, то, которое у нас на сайте. И мы видим о том, что это предложение Воронеж, этот же отель на 25 на 11 ночей, да, цена такая же, 54 996. Вот, после этого я снова захожу на слетать.ру, и даже, вы знаете, я прошла, зашла не один раз, а зашла спустя 2 часа. Вот, я здесь специально написала время, и что я вижу? На сайте слетать.ру продолжает висеть вот это предложение за 54 826 от Coral. Я думаю, может быть, я уже появилась. Мы знаем, что цены на рынке туризма живые. И я снова захожу к туроператору Coral. Вернее, я проверяю. Смотрите, смотрю, написано, билетов мало. Думаю, ну, наверное, появились. Появилось это предложение. Захожу к туроператору Coral и вижу ту же ситуацию. Из Воронежа это предложение 25 число, один стоимость отеля, его просто нет в наличии. Вот так работают другие поисковики. Поэтому разбирайтесь отдельно с каждым поисковиком очень тщательно. Я возвращаюсь на рабочий стол. Возвращаясь на рабочий стол для того, чтобы продолжить демонстрацию, сейчас мы с вами быстренько поговорим о покупке, как покупать тур на сайте Advant Travel, поиск тура. Я надеюсь, что я вам показала преимущества нашего шикарного поисковика, который единственный есть вообще на туризме в данном случае. Значит, с чего начинается покупка? Значит, ну, естественно, очень важно начать правильно. Правильно, это значит, что нужно зайти в профиль и в мои документы и обязательно загрузить паспорта для того, чтобы увидеть конечную цену, стоимость выбранного приложения. Обязательно загружается гражданский паспорт и загранпаспорт. Вот эта вкладочка «Партнеры» никогда не заполняется. Это ваше то пустое место на вашем аккаунте, который вы себе приобрели. Попутчики – это те люди, которые будут с вами ехать в туре. И я рекомендую обязательно добавлять попутчиков, вбивать их заранее, указывать, для того, чтобы потом очень быстро купить тур, когда появится на него выгодная для вас цена, которая вам понравится. Вот. И после этого мы, когда мы сделали все официальные необходимые процедуры, после этого мы возвращаемся и выбираем страну. Ну, даже пусть она остается, это Шри-Ланка, это абсолютно не важно. Значит, мы ведем поиск предложений. Очень рекомендую, если вы выбираете определенную страну, нужно обязательно сравнивать. Во-первых, смотрите, появляется кнопочка поиска. Пока не загрузятся все предложения, то есть лишь тогда, когда эта кнопочка поиска исчезнет, у вас поиск закончится, тогда выгрузились предложения все. Поэтому нужно на нее нажимать до тех пор, пока она полностью не исчезнет на экране. Значит, ну, идет еще поиск, потому что отели очень, это шикарное направление. Шри-Ланка сейчас здесь
У нас в Шри-Ланке творится сезон, и можно бронировать очень хорошие предложения. Посмотрите, видите, добавились еще предложения. Вот опять база перезагрузилась, и я смотрю, значит, и я начинаю выбирать поиск отелей. Хочу обратить внимание, вот те отели, которые я могу посмотреть, нажать и прочитать информацию об отеле, посмотреть, где находится его оценка на TripAdvisor, вы знаете, да, мы нажимаем на эту ссылочку, и у нас открывается сайт TripAdvisor для того, чтобы прочитать все последние отзывы, увидеть рейтинг этого отеля, то есть оценить, там, может быть, даже дополнительные фотографии посмотреть и так далее. Вот, увидеть описание отеля, увидеть предложения, которые нам предлагает в данный момент по нашим заданным параметрам наши туроператоры на данный момент. Вот, оценить, смотрите, вот на 10 ночей дешевле в данный момент, нежели чем на 7 ночей. И вот эта цена, видите, даже разный шрифт написан, это от одного туроператора, вот здесь стандарт идет, это уже у другого туроператора. Вот если мы даже проверим, посмотрите, этот туроператор у нас Анекс, самое выгодное предложение. И... О, видите, уже прям поменяла. На 10 ночей уже исчезла. Вы видите, как происходит на рынке туризма. Ну, нонсенс. Вот, это у нас туроператор уже ПАКС, совершенно другой оператор. Я хочу сказать еще, что у нас на поисковике 60 туроператоров, это как раз те лучшие туроператоры, которые и составляют весь рынок туризма. Именно они являются основными поставщиками туризма. Это они все есть у нас на сайте. Вот, и мы можем бронировать, но я рекомендую обязательно проверять цены из других городов. Ну, в данном случае, вот давайте возьмем, допустим, Воронеж. Ну, шикарно, я огромное удовольствие получаю на нашем поисковике. Я, правда, хочу обратить внимание, видите, из Воронежа нет данного отеля. Вот, можно посмотреть из любого города, из другого, но цены нужно обязательно сравнивать. Если мы вернемся на поиск и уберем, значит, наши, и поставим, допустим, просто Воронеж, то мы увидим, что из Воронежа минимальная цена будет совершенно другая. Вот видите, минимальная цена начинается от 108 тысяч. Это региональный аэропорт, и поэтому цены из каждого города на одно и то же даже предложение или в одну и ту же страну направление может быть совершенно другие. Их надо сравнивать обязательно. Вот, это очень важно. Итак, мы с вами возвращаемся, давайте вернемся к Москве. Опять к поиску предложения. Я не буду ждать, пока загрузятся все операторы. Я сразу выбираю тот отель. Вот, и мы будем с вами переходить в данный момент сейчас к покупке. Что очень важно. Значит, давайте возьмем этого туроператора Анекс. Для того, чтобы удостовериться, есть ли это предложение в наличии, если оно есть у нас на сайте, значит, оно есть в наличии. Друзья, это именно так. Вы не представляете, сколько раз я перепроверяла, у меня партнеров бронировало. То есть мы очень тщательно всегда все проверяли и даже звонили туроператорам и сравнивали. Ну, работает все, наша помощь просто идеальна. Значит, вы видите, что у нас есть вот такая прописочка возможной доплаты. Какие это могут быть доплаты? Это может быть топливный сбор, это может быть конкретизация рейса, это может быть дополнительная страховка. То есть для того, чтобы это выяснить, я вам рекомендую обязательно перед тем, как бронировать, нужно написать в помощь. Где кнопочка «Помощь» находится, вы все знаете, в веб-офисе, пожалуйста. Никогда не забывайте о том, что у нас есть такая шикарная возможность вашей помощи. И, значит, так, что-то сбилось, я не туда нажала, прошу прощения. Сейчас я еще раз зайду оформить тур.
И что хочу сказать, смотрите, в данном случае у нас указана резервная сумма. И это просто очень здорово, насколько продуман наш поисковик. Почему? Потому что именно вот в эту резервную, вот эту резервную сумму вы можете поставить любую. Вы ее можете убрать и поставить ноль. И тогда вы будете видеть, насколько дешевле вы купите напрямую у туроператора, не имея договоров. Как туристическое агентство, вы покупаете напрямую у туроператора. Вы покупаете это дешевле. Но я всегда рекомендую ставить вам, значит, резервную сумму, потому что если это, допустим, горящее предложение, то представьте, уйдет запрос, пока подтвердят, оно просто может исчезнуть. Если вы ставите резервную сумму, то есть это может быть любая сумма. Ну, не знаю, там, допустим, пусть она будет, там, к примеру, 5 тысяч, вы добавляете. Это не значит, что вы заплатите 69. Нет, это означает лишь только, что когда туроператор будет подтвержден, что вдруг ваше предложение чуть там, ну, на 500 рублей или на 100 рублей цена поднимется за это время, то вам не придется делать повторный запрос, и вы сможете поймать и оформить быстро это приглашение. Деньги, которые остаточные, вы же знаете, что они остаются у нас на карте, они не списываются. Если цена предложения падает до того, как придет ответ туроператора, то и резервная сумма, и цена, которая, если она станет ниже, у вас все эти деньги останутся на карте. Потом, также хочу сказать, что у нас, если вот возникают вопросы по поводу визовых стран, визу Шенген в данном случае компания Дуан Тревел не предоставляет именно для России. Но провизы, электронные визы, наша компания оформляет с удовольствием. То есть если даже вы бронируете такую страну, как Кипр, где требуется электронная виза, вам достаточно написать в помощь о том, что вы бронируете, сколько будет стоить электронная виза, что для этого нужно, платно, на бесплатно. Допустим, в Индию в этом году цена на электронную визу подорожала. И поэтому, прежде чем бронировать, пожалуйста, напишите в помощь и узнайте, какие это доплаты. Может быть, если здесь в данном случае топливный сбор, если здесь цена за конкретизацию рейса, если это регулярный рейс, если может быть дополнительная страховка, вам сразу напишут, они отвечают очень быстро. Вот. И вам же не обязательно, я вам хочу сказать, сравнивать предложение с туроператорами, вот делать то, что если вы плохо владеете компьютером, если для вас это утомительно, заходить на туроператора, искать, потому что есть такие туроператоры, как Библиоглобус, но там очень сложные сайты, и на них на самом деле очень трудно разобраться. То есть человек, который на «ты» с компьютером, да, ему будет гораздо легче. Вот. Поэтому я могу сказать, что вы полностью можете доверять нашей помощи и бронировать то, что вы здесь вы видите, можете даже не сомневаться. Если это предложение показано, значит, оно есть в наличии. Быстро пишите в помощь, спрашивайте, какая доплата, они вам сразу отвечают, и вы можете оплачивать. Момент оплаты, хочу обратить внимание, что в России, конечно же, вы можете оплатить с любой карты, которая действует на территории России. Это даже может быть карта МИР. Вот. Но я вам рекомендую оплачивать все-таки с MasterCard, даже не с Визы. Особенно это делаю акцент для тех, кто покупает тур у российского туроператора. Мы знаем, что Казахстан и Белоруссия, значит, покупают у российских также операторов. Но так как в Казахстане свои деньги – это тенге, а в Белоруссии свои деньги, то вы понимаете, что оплачивая с тенге в рубли переходит в двойную конвертацию. Двойная конвертация идет только лишь через доллар. Я это выясняла в банках. Значит, будьте внимательны. То есть, помимо этого, что виза, что мастер-карты, они международные. Если вы оплачиваете картой виза, то сама платежная система виза снимает у вас за эту транзакцию 2%. Помимо тех, которые могут получиться чуть больше при двойной конвертации, у вас платежная система виза снимет еще дополнительно эти деньги. Если вы оплачиваете с MasterCard,
то система оплаты MasterCard не берет за транзакцию. Только у вас может быть, если расхождения будут в цене за двойную конверсацию, да, поэтому может быть расхождение в цене. То же самое касается и оплаты, если, допустим, у нас с Украины мы покупаем тур с вылетом из Москвы, то есть гривна будет конвертироваться в рубли через доллар. Также и наоборот, если вы из России, если вы покупаете тур с вылетом, допустим, из Харькова или с Киева, то также будет идти двойная конвертация. Поэтому в этих случаях я очень вам рекомендую пользоваться только MasterCard и никакими другими картами. Очень важно. То, что касается топливного сбора, как дополнительное идет у нас, то есть цена на сайте туроператора, вот эта цена, которая показана, она, как правило, указывается без топливного сбора, без каких-либо доплат. Это и происходит и на сайтах туроператоров. У них тоже дополнительные услуги, только лишь формируются при уже оформлении предложения. Если мы даже возьмем с вами Турцию, вот, сейчас я хочу поймать любое предложение, открыть вам и показать наглядно. Вот смотрите, допустим, на 9 ночей вот у нас вышли предложения. 22 тысячи, это у нас туроператор Тойка, тоже хороший туроператор, он работает, это принимающая сторона у них тест-тур. Вот обратите внимание, значит, видите, возможны доплаты. Доплаты как раз будет являться тот топливный сбор, о котором я говорила. Вот, топливный сбор может быть тоже разным. И топливный сбор, как правило, у нас только лишь на Турции. На других направлениях, зимние, летние направления, топливного сбора не существует. Но существуют другие доплаты, как я уже говорила. Это может быть конкретизация рейса, это может быть дополнительная страховка. Поэтому, если вы видите эту надпись перед бронированием, пожалуйста, уточните, какую сумму вам стоит дописать вот сюда. Вот, и вы можете здесь указать, это то, выяснив помощи, сколько вам придется платить у этого туроператора топливный сбор, вы эту сумму можете написать сразу сюда, и у вас зайдет полная оплата с топливным сбором, вы не будет у вас повторного бронирования, то есть делать дополнительную доплату. Вот, топливный сбор варьируется от 40 до 100 долларов. Допустим, если вы летите от московского туроператора, будут авиалинии Turkish авиалинии, то это будет топливный сбор 100 долларов на человека. Если вы летите туроператором Annex Tour в Турцию, то здесь топливный сбор составит 40 долларов на человека. У Санмара или у Корала это может быть там 50 или 65 долларов на человека. Вот, то есть эти моменты надо просто знать. Доверяйте помощи. Видите, очень легко бронировать, любой вопрос они отвечают очень быстро. Нет никаких расхождений никогда ни в чем. То есть, ну, наш поисковик, ну, просто удивительный. После того, как вы, к примеру, добавили, значит, необходимую сумму, автоматически подтягиваются данные, которые вы указали в загранпаспорте. Если вы выбираете попутчика, то есть того, который они видите, тоже автоматически быстро оформляются. Трехсторонний договор, это турист, Advan Travel, туроператор, телефон, пожелания, и ставите галочку «Я соглашаюсь, значит, с договором, который на туристическое обслуживание». Я вам очень рекомендую обязательно прочитывать и вообще прочесть этот договор, потому что, прочитав его до конца, он на 26, конечно, страниц или на 25, по-моему, на 25, да, на 25. Вот, но здесь вы найдете, посмотрите, даже туристический словарь есть. То есть какие типы номеров бывают, какие корпуса, где что, вы будете хорошо владеть нужной вам информацией. После того, как мы переходим к оплате, ну, у нас то же самое. Значит, деньги у нас на карте попадают в банковскую услугу Hold, идет запрос к туроператору, и после того, как мы получили подтверждение туроператора, мы
можем зайти в мои заказы, и здесь мы видим, что наш тур оплачен. Вот номер заявки туроператора такой-то. Мы можем зайти к этому туроператору. Это тот один номер, который является официальным данным. Мы можем написать в отель. Мы видели, что у нас имейл указан в каждом отеле. Написать, забронированы ли места на меня, если мы переживаем. Мы можем зайти на сайт любого туроператора и проверить этот тур. Всего лишь в окошко ввести. У каждого туроператора есть номер, про которому можно проверить, поэтому у меня вкладочка, на которой можно указать, проверить тур. Вы вставляете туда этот номер, фамилию из паспорта, и вы увидите все документы. Вы получаете этот же договор, который вы читали. Потом вы получаете обязательно инфолист. Ну, информационный лист для туриста в страну выезжающую. Вот. Ну и, кстати, вы также получаете документы. Хочу обратить внимание, что по законам туризма, по законодательству туристическому, документы даются за тур, на тур за один, ну, бывает 4 дня, но это редко. В основном 1-2 дня до вылета. И не переживайте, если вы летите первый раз бронируете, не переживайте, потому что компания четко выполняет все необходимое. Вот, вы понимаете, что они, наша компания, она занимает, наша помощь, сторону туриста. И наша помощь – это законодательная поддержка вас, туриста, перед туроператором. Поэтому они очень легко и очень быстро решают на законодательном уровне вопросы. Потому что если покупается тур через турагентство, даже если вы его купите на сайте, там, не знаю, Абориген Тур или Level Travel, они как турагентство, если вы прочтете, вот, допустим, в Абориген Тур, вы прочтете договор с туристом, здесь он есть, то вы поймете, или даже вообще вот я удивляюсь, но договора никто не читает. Я буду удивлена, если кто-то из вас читал договора, когда вы приобретали свой отдых в туристическом агентстве. Вот, здесь очень подробно написано о том, что турагентство никакой ответственности не несет за продажу этого тура. В нашем же случае наша помощь оказывает вам уникальную поддержку, где бы вы ни находились, и именно оказывает постпродажную помощь. То есть тогда, когда вы находитесь на отдыхе за тысячи километров от дома, именно наша компания помогает вам решить какие-то нестандартные ситуации. Вот. И делается это все на очень хорошем и быстром уровне. Вам достаточно только знать, где находится кнопка «Помощь», и обратиться с любым абсолютно вопросом в нашу компанию. Вот, ну, это то, что я хотела вам быстро рассказать. Итак, я вам хочу сказать, что когда вы будете сравнивать наш сайт с каким-либо сайтом какого-то туристического агентства, или что бы вам ни встретилось, кто бы вам что ни сказал, лучше перепроверьте, заходите на тот сайт, который вам обозначили, начните, разберитесь с ним, не делайте выводы быстро. С каждым сайтом нужно разбираться, и это очень важно. Вот, я к вам возвращаюсь. Так, сейчас, секундочку. И если у вас появились вопросы, пожалуйста. Я сейчас на них отвечу. Значит, у нас здесь есть вопрос. Почему, покупая тур у оператора Библиоглобус, Аннекс стоит цена, и цена актуальна? У оператора Санмар, Корал стоит цена и возможные доплаты. А, поняла, о чем речь. Ну, такое бывает. Понимаете, это зависит не от компании Advan Travel, это зависит от туроператора. Дают они эту информацию или не дают. Каждый туроператор особенный, они не похожи друг на друга. И условия бронирования у каждого туроператора разные.
Вот, поэтому в данном случае, ну вот эти все нюансы, что там стоит, а там не стоит, там стоит доплата, они все исчезнут и будут стоять именно актуальная информация на нашем новом сайте. Вот, это я уже тоже выяснила. Так что не переживайте, вот, наш новый сайт ожидаю, и будет еще лучше. И этот сайт вызывает восхищение просто-напросто, а тот, который будет, это просто будет удивительно. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Сейчас я попробую ответить на то, что вы еще здесь сказали. Если виза в консульстве выдается, туроператор помогает, если нужно. А если виза в аэропорту ставится визовым офицером, то вы сами. Это я не пойму, о чем речь, простите. Да, лучше всегда уточнить. Вот, друзья, какой бы у вас ни возник вопрос, прежде чем бронировать, напишите в помощь, задайте любые, глупых вопросов не бывает. Все вопросы очень важны, даже мельчайшие. Какая доплата, за что я буду платить, сколько я буду платить, почему я столько буду платить? Вам очень корректно ответят подробно на каждый ваш вопрос. Я это очень рекомендую. Я пользуюсь, работаю только с помощью. Вот, поэтому пришла к этому и всем очень рекомендую. Ну, все верно, да. Друзья, если у вас больше нет вопросов, я была очень рада с вами провести данное время. Если было вам чем-то полезно, то я этому рада. Если будут у вас какие-то еще пожелания или дополнения, дополнительные вопросы по России, пожалуйста, пишите о них. С удовольствием рассказывать. Вам приятного продолжения вечера и всего вам доброго. До свидания.